как ты оценишь нашу студию? Охуенно. Реально, огонь. Пусть даже находясь где-то в совсем других землях, но никогда не должны забывать свои корни. Это очень важно. И вот поверьте мне, я не считаю себя старым человеком, думаю, уже скоро будет 50. Вот поверьте мне, вы будете вспоминать времена, когда вы учились в школе, как самые светлые, добрые времена в своей жизни. Нужно быть просто всегда честным в отношении самого себя. Если ты здесь зарабатываешь деньги, то тогда имей просто совесть, любить эту страну и как бы ее поддерживать, и ты можешь жить где хочешь, где тебе комфортно, где тебе позволяют твои финансы, но тем не менее ты не должен, извиняюсь, Женя, на родную страну пейку открывать. Вот так. Как сказать спасибо? Поэтому немного не сомнения, но в принципе это радость. Друг рядом. Зарядник.